Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что ж, поехали с вами сразу же в бой. Вот здесь, ребята, я уже попробовал одну партийку сыграть, и меня здесь разобрали. Причем пробовал я именно вот этой командой. Да, даже видно вот, что у меня энергии нет одной. Хорошо, я не знаю, ребят, можно попробовать вот этой командой, но кажется, мы здесь тоже проиграем. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому поехали, будем рисковать, будем пытаться. Должны мы найти ключик, подходящий к этой компашке. Сейчас он будет вызывать самураев. После самураев он сразу вызывает ниндзю. И, короче, здесь начинается такая веселуха, что мама не горюй. Поехали, попробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. Почему-то мне кажется, что ничего абсолютно хорошего не выйдет. Но я как-то постараюсь, ребят, постараюсь. Есть, хорошо, пока отлично идет, ребята, все. Так. Черный мечник, вот. Замечательно, ребята. Слушайте, а может быть даже мы здесь с вами сможем выиграть. У меня, по крайней мере, теплится такая надежда. Хоть и маленькая, но все-таки. Так, смотрите-ка, вроде бы неплохо. Главное теперь не давать слабины. Есть! Мы, ребята, разбомбили базу ему. Фух, ну что же, первая победа за нами. Но это только начало, это только цветочки были. Ё-моё, кто у нас здесь добавляется? Храмовый пес, да? Хм. Ну, я думаю, что ничего страшного, мы должны... Вот этими же ребятами также, в принципе, выиграть. Попробуем. Поехали. У, собрались силами. Размялись. Погнали. Не знаю, ребят, не знаю. Потом я вам еще расскажу некоторые прикольчики, которые были до записи вот этого видоса. Так, тихо, 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 псина. Успокойся. Ёлки ты палки. Да как же так-то? Ну... Давай, радость моя, выходи, ты мне сейчас очень нужна. Так, нужно нам... Давай, попробуем так. Вот она, ниндзя злая. Вышла, ребята, вышла злая ниндзя. А ну-ка, давай вот так вот попробуем. А? Что сразу, припухли? Вот тут и оно. Так, а как так получилось? Я что-то не понял. Да ну! Давай-ка играть по-честному. Хорош уже бомбить тут, а? Да елки ты палки. Храмовый пес, уйди отсюда, не мешай, надоел ты мне. Ай, ниндзя, ниндзя. Да, ребятушки, что-то не задалось. Хотя у меня, смотрите, хотел сказать, он отхиливается. Не отхиливается, не успел он, к сожалению. Так, дай-ка мне вот манну прихватить. Давай-ка я еще вызову. И вот так вот попробуем, ребят, вот так вот. Да-да-да, притягиваем и еще колдуем. Ну что, вроде бы должны здесь выиграть. А что это мои-то все идут за... Погоди-ка, это же... Это погоди! А как? Я не понял, он здесь... Слушайте, ребята, мы не прошли с вами этот... Нет, мы по факту-то прошли. Ну, а если так, то нет, потому что успел как-то самурай подбить мне базу. Я считаю, что это нечестно, и поэтому будем переигрывать. Я не понял, как он здесь мог оказаться? Я думал, что это мой... Мы нажали, может быть, сердечко не стоило нажимать, а, ребят? В такой неподходящий момент. Ну, иди отсюда, псина. Вот так, вот давай жарим их. Как раз у нас отражалочка сработала. Вот это хорошо, ребят. Даже если сейчас выйдет ниндзя, ей не поздоровится. Ну, выходит почему-то самурай. Так, я вот так сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как же это, как же вы так делаете-то, а? Хитрецы. Ну, давай, давай. Всадничек, давай бомби. А я вот так тогда сделаю. Ураганчик. Что сразу взгрустнули-то, а? Родные мои, что вам? Ты куда пошел, эй? А, фу ты нафиг. Это мой просто в испуге. Я думал, нифига, откуда у него вышел молотильщик и побежал на мою базу. Шуганули, шуганули меня. Не буду я брать это сердечко сейчас. Ну его нафиг. У нас и так пока все идеально здесь идет. Я вот еще так сделаю даже. Для комфорта, да? Вот. То ли дело. Ну, жарим, жарим, пробиваем базу быстрее, ребятушки. Ну, давай, давай. Есть. Отлично, ребят. Отлично. Жалко, конечно, что вот предыдущий матч у нас плохо так вышел, потому что у нас мало энергии, а драться нам еще тут предстоит очень много. Значит, мы видим, что у нас тут ниндзя, но она трехзвездочная и 63 уровень. Слушайте, давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Эту команду прибережем,
а выставим вот этих ребят. Как вы думаете? Я считаю, что будет справедливо, да? Ниндзя у меня хоть тоже трехзвездочная, но 61 уровень. В принципе, не такой же большой разрыв. У него самурай 64-го, но у меня-то есть летучая мышь. Также у меня есть прыгун. Я думаю, что должны, наверное, здесь все-таки мы справиться. Угу. Я попробую. Ну, нет, так нет, придется нам взять ту команду. Но почему-то я уверен, что мы здесь с вами разрулим все. Я буду вызывать, естественно, голема. Я знаю, что он вследом за самураем будет вызывать ниндзю. Это 100%, я вам говорю. Может быть, не будет? Нет, будет, вызывает. Я был прав, ребят. Так, ну что, кто кого быстрее зарулит здесь? Мы, по идее, должны, да? Да, мы. Так, хорошо. А если мы заморозочку? А если вот так вот? Вот, другой разговор. Давайте сразу... Ты смотри, он так же делает, ребята. Он вызывает самурая и сразу ниндзю. Что же нам тогда сделать? А давайте мы прыгуна вызовем. Я думаю, прыгунчик здесь очень хорошо поможет нам. Да куда ж ты, прыгун? Ё-моё! Хотя, ладно, нормально. Ты черепаху подбил. Умница. Давай ускорение. Опс. Ха-ха-ха. Мы уже бомбим базу, ребятушки. Смотрите. Да что ж такое-то? А я фаерболом. Ты-дич! И... Да, подбили. Вот, вот хорошо сейчас получилось. Мне понравилось. Поехали далее. Так, у нас предпоследнее задание в Нефритовой долине. И здесь добавляется... Что? Крестьянин. Ну, вы знаете, чем крестьянин плох. Это голимый у нас, ребята, спам. Он хочет меня просто спамом своим забомбить. И вот здесь у меня следующая возникает мысля. Брать либо вот эту команду, потому что вот это я не успею. Не успею. У меня самый ближайший это голем. Но он стоит очень много манны. Хм. Давайте тогда возьмем вот этих вот ребят. Тут у меня есть молотильщик, тут у меня есть черный рыцарь, которые стоят недорого по мане, но в то же время могут противостоять именно крестьянинам этим. Вот смотрите. Вот он выбегает. Сейчас мы должны его просто заспамить. Так, ну-ну-ну, я вот молотильщик вызываю. Отлично, все пока хорошо. Так, копим ману, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот плохо, ребят. Это вот плохо. Ну, хоть одного-то не смогли вообще никого, ребят, пробить. Да куда ж ты повернулась-то, эй, родная моя? Во! Это просто выручайка сейчас была. Именно от нашего молотильщика. При смерти он выпустил циркуляру. И она, как видите, нам очень сильно здесь помогла. Так, дальше мы должны прожать его просто-напросто. Не давать ему спуска. Есть. Отлично, ребята. Давайте еще одну... одного молотильщика вызовем. Так, ну нам нужно еще кого-то. Давайте еще рыцаря одного. И в принципе... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, журавлик. Не падай, журавлик. Ты мне здесь нужен. Да что ж такое-то, а? Ты посмотри, не получилось, ребята. Не получается у меня мой трюк, который я хотел здесь замутить. Но все равно мы уже молотим базу. Да что ж, да как так может быть? О, опять выручает меня, ребята, молотильщик. В очередной раз, именно своей гибелью. Так, ага, упал. Карточку отдай сюда. Ну давай, 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 бьем, бьем, бьем. Всадник, давай, прожаривай. Хорошо, о, ускорение. Ну, есть. Слушайте, ну бой действительно такой напряженный. Меня же прям взбудоражил. Ну что, ребят, мы переходим с вами к последней заключительной миссии в Нефритовой долине. И как видим, у нас здесь добавляются самые такие сливки. А именно, ниндзя 4-звездочный 64 уровня. Черепаха 3 звезды, но 65 уровень. Самурай. Ну, самурай меня не столько пугает. Единственное, у него, когда он впадает в неистовство при своей гибели, тогда да, он может нам принести кучу неприятностей. Ну, а так, в принципе, ничего сложного в нем нету. И самое плохое, что, ребят, я не смогу здесь вызвать, наверное, богиню света, потому что он постоянно будет меня спамить. А в спам входит вот этот вот храмовый пес и ниндзя. Они стоят вроде бы как бы недорого и очень большой наносят мне дамаг. Хм. Или же попробовать вот этой вот командой, а? Или вот этой. Я даже как-то... Вот черепаха мне не нравится. Слушайте, здесь же нет крестьянина, да? Поэтому давайте вот этими и продолжим. Мышь летучая, конечно, здесь слабая. Она против ниндзя практически никто и ничто. Ладно, я попробую. Я попробую. Здесь у нас все-таки дед, великий боец, который...
прожигает будь здоров, но у него тоже босс неплохой, ребята. Это ветродуй, который отталкивает всех моих юнитов. И, как говорится, попробую его прожарить. Не все так просто, не все так легко. Так, я вызываю тоже. Я знаю, что он сейчас... Ах, вот как он сделал. Ха-ха. Немножечко не то, не так. Да вот, смотрите, что он делает. Он пугает, ребят. Да куда ж ты обернись? Вот, 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 вот. Нам нужно буквально еще, ребята, немножко энергии. Да пробьешь ты или нет? А теперь вот так вот. Хопа! И все, ребята, у меня 500 манны. Блин, мне теперь нужно дождаться этого деда. Мне нужен дед сейчас. В обязательном порядке, ребят, просто-напросто. Есть, я вызвал его, все. Сейчас он стопудово сразу начнет повторять за мной, будет вызывать своего босса. Вот он и вышел, в принципе. Предсказуемо все это было, согласитесь. У меня фаербол сейчас накопится, ребят. Фаербол, поехал. Вот так вот, он в ступоре. Сейчас дед мой пропишет ему. Есть. Ха-ха-ха. И теперь мы подходим к базе. Смотрите, что происходит, ребята. Бум, с колотушкой своей. Просто все падают замертво. И добиваем, добиваем базу. Быстрее, 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 быстрее. Пока он там не опомнился, не очухался. Давайте расстреливаем со всех пушек, что у нас есть. Так, самурай вниз встал, ну это ерунда, все. Давай, 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 дедуль, давай, бомби. Бомби как никогда. Да, ребята, моя тактика здесь сработала просто идеально. Вы это видели, но могли бы проиграть. Могли бы, но выиграли. Ух, сундук. О, 9 богинь света, 9 крестьянинов. Ну, конечно, крестьяне мне нафиг не нужны. И 9 гемов мы заработали с вами. Ну что же, мы перешли на локацию к нежити. А потом локация захватчиков, и в принципе все. Телепорт будет у нас этот пройден. Так, у нас с вами, кстати, не так много энергии, чтобы здесь разрулить эту ситуацию. Кто у нас здесь? Смотрите. Ёпарасете, 66 уровня, летучая мышь. Четырехзвездочная, да вы что, вы издеваетесь, мне сейчас кондрашка возьмет. Ё-моё, оу, здесь, хм. Слушайте, а как вариант, мы же можем, да, в принципе, сравнить, ну, сразиться. По-моему, все-таки ниндзя немножко сильнее летучей мыши, хотя я в этом не совсем, не совсем уверен. А здесь кто у нас может хорошо сразиться? Слушайте, давайте попробуем. Мы, конечно, здесь вообще слабенькие, но попробовать, я думаю, стоит. 61 уровень против 65-го. Это что-то с чем-то, ребят. Это что-то с чем-то, вот поверьте мне. Фух, ну кто у меня пойдет? Естественно, пойдет первый паладин. Первым пойдет паладин. Ой-ой-ой-ой-ой, что же он делает? Посмотрим, паладин сможет? Ой, что-то я как-то засомневался, ребят, что он вообще что-то здесь сможет. Хотя нет, он старается, он пытается. Давай вот так попробуем. Есть! Да, ребята, когда вызываешь баллисту, уже, грубо говоря, как-то спокойнее на душе. Потому что, ну вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто чудеса какие-то тут вытворяем с вами. Несмотря на то, что мы слабее по уровню, причем в разы. Так, опс. А если я еще вызову баллисточку, что тогда ты скажешь мне, а, дружок? Два баллиста, это круто. Так, нужно немножко как бы защитить своих стрелков. Даже этот щитоносец и то пойдет нам в пользу. Но, ну что ты там выкаблучиваешься? Все равно тебе кранты, что бы ты там не делал. Ну, последний удар, ребят. Есть! Так, карточку отдай только. Слушайте, ну неплохо, я вам скажу. Для начала, да? Для первого уровня. Так, а здесь... Как-то это все предсказуемо. Здесь добавляется привидение злобное, которое будет сейчас нам просто вносить в мозг. В этом случае нам понадобится... Слушайте, а кто у нас еще из летающих юнитов... Сейчас, секунду, ребята. Из летающих юнитов крепкий. У нас... А, Грифон. Ну, Грифон, он у нас слабенький. Хорошо, давайте мы посмотрим тогда... По армии. По армии кто у нас тут может быть на замену, так скажем, да? Нам нужен именно летающий юнит. Так, у нас есть пришелец. Он не раскачивает. Ах, у нас же есть всадник на журавле. Но он в другой компании, ребята. Хм, в другой компашке. Вряд ли нам его так просто возьмут и отдадут, да? А что же нам тогда делать? Слушайте, а у меня, оказывается, очень мало летающих юнитов, которые могут атаковать именно и воздушные, и наземные цели. Это вот только
летучая мышь, получается, да? И все? И все? Ну, грифон, который не раскачанный. Ёлки-ты-палки. Слушайте, а по-моему... По-моему, голова может. Я имею в виду тыкву головы. И, по-моему, он может атаковать. Но он тоже стоит, ребята, 300 маны. То есть он довольно дорогой, как и баллиста. Слушайте, а по здоровью что? А, не могу посмотреть, да? Ну, я думаю, что, наверное, голова все-таки по здоровью покрепче будет, чем баллиста. Так, ладно. А если мы предположим... Блин, прокачивать пришельца, это как-то... Я не знаю, он у нас слабенький. Он, по-моему, всего на 2 звезды. Вот, конечно, можно было бы взять всадника. Здесь... здесь не прокатит он. Если, предположим, мы его отсюда уберем, да? Вот так, грубо говоря. И сюда мы поставим, ну, предположим, некро, да? А вот в эту команду мы уберем с вами... вот так и поста... Ах, не получится, ребята. Всадник на журавле почему-то отказывается. У него нет энергии, он говорит, что типа, братишка, ты мне восстанови вначале энергию, а потом я к тебе типа, присоединюсь. Но у меня есть лучник 59 уровня. А? Как вам такой вариант? Лучник 59 уровня, даже если я его прокачаю, у меня... Давай попробуем. Я вот хочу посмотреть, что у нас из этого получится. Так, я его только прокачаю маленечко. Да фула. Отлично, вот так вот. Ну что же, а теперь будем смотреть. В общем, получается у меня голем как основная боевая единица. Плюс 2 стрелковых. Да, это у меня ниндзя и лучник. И плюс вспомогательный летучий мышонок, который будет бомбить с воздуха. Но он слабенький, не забываем об этом. Ладно, посмотрим. А то мы слишком тут такую глобальную с вами стратегию выявили. Кстати, а лучник-то у меня против... Привидение это слабовато, наверное, будет. Ладно, давайте смотреть. Вначале нужно посмотреть, прежде чем быть на 100% уверенным. Я знаю, что сейчас будет, конечно же, тут первым летать это привидение. Естественно, он будет его вызывать. Кстати, может быть, нам тоже как-нибудь раскачать этого привидения и... Так, вот. Сейчас будет преимущество, смотрите, потому что привидение будет бомбить потихонечку моих юнитов. Так, посмотрим, насколько он много наносит урона. Ну, считаю, он очень хорошо наносит урон, ребят. Очень хорошо, это привидение. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, мы попробуем так вот. Вот, мышь летучая. Вот самое противное, что здесь может быть, это летучая мышь. Нам, наверное, ребят, тоже надо будет вызывать. И желательно их больше. Больше всего вызывать, наверное, штуки 3-4. Вот тогда, может быть, у нас что-то здесь и получится. Ай! Ай, летучая мышь моя, блин, бедненькая погибла. Что ж ты будешь делать? Это привидение просто не дают нам спуску. Так, ладно, хорошо, давай вот так вот сделаем. Две летучие мыши, нам нужно вот этого голема убить, и я подобью этих мышей, двух. Вот таким вот образом. Так, хорошо, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята... Я даже не знаю, как быть. Давай летучую мышь вызовем. Так, предположим. Ага, пока все хорошо, ребята. Нам нужен еще один голем. Обязательно. Еще один голем. Вот, потом желательно бы вызвать еще одну, ребят, летучую мышь. Просто как для подстраховки. Вот. Теперь все хорошо, бомбим фаерболом. Карточку отдай сюда. И... Нет, рано, рано. Давай вот так вот ниндзю попробуем. Давай попробуем ниндзю. Отлично. Да, все-таки лучник слабенький. Он очень слабый и поэтому падает. Вот посмотрите. Здесь есть небольшой шанс у ниндзи, да, остаться в живых, но только благодаря своей способности как бы избежать смерти. А у лучника такой возможности нету, поэтому он падает намертво без каких-либо шансов. Как бы вот это стоит учесть. Так, ну что, ребята, здесь немножко проще нам будет, потому что здесь добавляется лишь служитель тьмы. Ну, вы знаете, что он делает. Он высасывает энергию из наших и восстанавливает энергию своим, то есть своим же нежитям. Для этого нам, наверное, понадобится, пригодится вот эту... Нет. Вот эта команда, скорее всего, здесь должна хорошо зайти.
Хотя я не уверен. Ну, если мы успеем с вами вызвать наших боевых баллист, которые просто будут рулить на этом поле боя, то вполне мы сможем зарулить. Здесь нет привидения, которое будет бомбить их, наших дорогих юнитов. Ну и в то же время должны как-то здесь справиться с ними. Так, смотри, он никого не вызывает, я вызываю паладина. Ну, естественно, паладин здесь один ничегошеньки не сделает нам. Поэтому я вызываю еще самурая. Так, а теперь уже нам нужно копить, ребят, естественно, на нашу баллисту. И уже, как говорится, будем рулить уже этой ситуацией. Все. А еще вот так вот, если мы... Опс. Ой, как хорошо, ребят. Так, баллиста, давай подходи. Ты... Мне нужно, чтобы ты доставал до служителя тьмы. Он слишком далеко, ребят, стоит. Он слишком далеко стоит, этот служитель тьмы. Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж происходит-то? Вот, достаем. Теперь мы достаем. Минус, минус служитель. Так, ну, естественно, мы сейчас уже разбомбим с вами этого голема. Есть. Так, еще один вышел. А если я вот так сделаю? Есть, минус. И будем уже служителя тьмы. Да его сейчас и так порвут здесь. На лоскутки, на лохмотье. Мышь летучая здесь нам не в указ. Мы ее подобьем сейчас. Две баллисты уже подошли, как говорится, все. Я забираю деньги, я забираю манну. Ну и все, ребят, никаких шансов уже нету врага. Мы его просто здесь уже прессуем, как говорится, у стенки. И баллисты, естественно, расстреливают все, что попадается под их стрелы. Да, идеально здесь вот. Хоть эта колода и дорогущая, черт подери, вот серьезно вам говорю, она дорогущая, этот баллиста, этот паладин, который стоит 275 маны, но она эффективная. Но она эффективная вот именно против медленных. Ой-ой-ой-ой-ой. А здесь-то как все жестко, тут прибавляется некро. Ой. Слушайте, против некро очень тяжело нам здесь будет. Причем здесь некро и еще... Ой, еще и привидение. Слушайте, а если мы... А, здесь у нас с вами был прыгун. Прыгуна, что ли, брать обратно, а? Потому что, ну, привидение, вы сами видели, привидение просто разрывает этого лучника в хлам. Не дает шанса вообще никакого. Да, мне, наверное, придется взять прыгуна или же посмотреть, что может быть хорошо под замену пойти. Убираем, например, отсюда мы лучника, да? И кого? Воблер? Воблер не пойдет. Не пойдет воблер. Вот хорошо был бы вот этот вот, кстати, убийца. Он же у нас в инвизии идет очень-очень долго. Ну, он ватный. Блин, ни туда, ни сюда, да, как говорится. Слушайте, а вот зря я, наверное, игнорирую морского вот этого вот, как пришелец там, как он, как его там величать-то? А, слизень морпех, может быть, его раскачать? Он бомбит-то так неплохо довольно-таки, да? У него же там какая-то пассивка неплохая даже есть. Хм. Ну, стоит он тоже 300 манны, как и... Наша, извините меня, тыква. Как наша тыква, да? Слушайте, ну а грифон-то вообще стоит 325. Это, наверное, самый дорогой летающий юнит. В общем, ребят, я попробую взять прыгуна и вот таким макаром поиграть. Не уверен, конечно, что что-то у нас получится здесь хорошего. Энергия всего лишь одна, но деваться некуда. Деваться некуда. Это еще причем, ребята, не последний уровень. Ой, некро, как же ты мне дорога. Я не могу. Она 67 уровня, соответственно, у нее будут вот эти вот зубастики, которых она будет вызывать. Очень и очень злые, просто злющие. Она одна выходит, да? А зубастиков по 3 штуки вызывает, по-моему, если не ошибаюсь. Да, это еще та пакость, если честно. Вот она и вышла. Хорошо, давай попробуем. Посмотрим, как у оборотня отнимают жизни. Так, ну он нормуль. Он нормуль себя чувствует. Да что ж ты. Ну что ж ты сделал, дорогой ты мой, а? Так, ладно. Иди отсюда. Так, смотри-ка, мне оборотень-то там разошелся, дорогой мой, а? Так, погоди, 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 погоди. Так мы не договаривались. Фух. Ладно, посмотрим. Ну, ё-моё, ну, братья, ну что ж ты так... А простоволосился он, ребят. Да, шансов-то маловато, ребят. Давай фаерболом попробуем. Так, вот фаербол сработал.
Нет, по ходу дела, ребят, мы здесь с вами сольемся. Мы сольемся, к сожалению. День рождения только раз в году, блин. Так, оборотень. Вот если бы ты так сразу бы сделал, оборотень, а? Ребята, сфейлились. Просто расстреляли нас здесь, к сожалению. Ничегошеньки у меня не вышло. Жаль, очень жаль. А я надеялся и верил. Но мы можем... А вот так вот, давай-ка. А я не хочу, может быть, сдаваться. Да, я потрачу 10 гемов, но я покажу ему, где раки зимуют. Пускай он только пикнет сейчас. Пускай только пикнет. Сразу фаерболом в лоб. На! Получил свое. Разбомбили. Базу. Бомбим. Да что ж ты, голем тут еще вышел. Ну куда ты лезешь-то? Вот просили тебя сейчас здесь появляться, а? Нет. Вот и сиди там дома. Отлично, ребята. Да. Потратил 10 гемов. Ну что ж поделаешь. Я вообще... Слушай, а я думал, что будет намного хуже. Хотя хуже некуда, ребята. Некро 67 уровень. Служитель тьмы и летучая мышь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что мне здесь оборотень даст? Ну, оборотень... В принципе, здесь он мне ничего хорошего не давал. Он просто перепрыгивал. Да я и не могу этой пачкой играть. Ребят, я энергия-то закончилась. Что я тут рассуждаю? Давай посмотрим, что мы сможем здесь. Подожди, а почему это у меня здесь некро 57 уровня? Эй, здравствуйте, родная. Ну-ка, давай-ка, иди быстренько на этот... На прапывание. С какого ты перепуга вдруг сидишь тут? Притулилась у меня в моей компании вот такой вот... Не надо мне. Вот... 61 уровня ты должна быть у меня, как этот, как огурчик. Ребят, ежедневные испытания я пробовал пройти. Я вам скажу, это полная задница, потому что смотрите, кого они дают здесь. А знаете, кого они мне дают? А вот таких вот ребят. И попробуй пройти. Я даже не буду стараться. Я один раз попробовал. Меня там так взгрели, что мало не показалось. Первое место я получил на арене. Так что будем ждать реворд. И... Ну что ж, будем добивать, наверное, здесь. Хотя, знаете что? Тут же нет привидения, по-моему, да? Сейчас, подожди секундочку. По-моему, здесь у нас привидения нету. Слушайте, а может быть попробовать каким-то макаром вот этой командой зарулить, а? Вдруг прокатит, а? Я очень сильно сомневаюсь в этом, конечно. Ну, а кто его знает? А вдруг получится? У нас всегда на шару, как говорится... И спонтанно получается лучше, чем когда-то ты что-то обдумываешь. Какие-то стратегии там делаешь. Ну вот смотрите, вызывает он, например, этого, да? Ой, сразу вызвал еще и... Блин, и летучую мышь. Хорошо, давай сделаем вот так вот. Нам нужен здесь, ребят, баллиста. Вот, баллиста выпускается. И теперь уже все должно быть у нас хорошо. Я не буду сейчас тратить свой суперудар. Вы понимаете, зачем и почему? Но мне, по-моему, кажется, придется это сделать. Нет, только не некро. Не надо мне здесь некро. Так, манну, дай сюда манну. Все. Давай, баллиста, расстреливай. Да где же ты там, я не пойму, где ты там делаешь? Что ты там делаешь-то вообще? Не дождешься тебя. Так, ой, ребята, он вызвал быстрее, чем я своего королика. Я вызываю короля. Да. И вот так вот помогаю еще. Слушай, а может быть мы все-таки сможем его... Ну! Давай. Ах, он лечит! Он лечит, ребята! Ну! Давай, наказывай. И вот так, ураганчиком попробуем сейчас смести их. Ух! Ёлки-палки, ты посмотри, что происходит. Ну да убейте вы этого деда. Есть, дед пал. Выпускаем свои эти. Ой-ой-ой-ой. Есть, минус. Ух. Слушай, сейчас, по-моему, мои баллисты тут расфигарят любого просто. Уже вообще никто здесь не поможет ему, если честно. 32 секунды, этого мало, очень мало времени, ребят. Нам нужно поспешить, если мы хотим пройти этот этап. И я не знаю, получится ли... Блин, давай, баллиста, быстрее. Ты мне нужен здесь. Так, давай поможем своим ребятам. Ай-яй-яй. 14 секунд, ребят. 14 секунд. 10 секунд. Ах ты, не успеем мы, наверное, ребят, с вами. Да тут еще всякая чушь вылазит.
сожалению, мы по времени, ребят, с вами не уложились. Да, мы этот этап прошли, но мы по времени не уложились. Я, знаете, что предлагаю? Предлагаю переиграть эту миссию. Согласитесь, стратегия, в принципе, неплохая, хорошая. Она работает. Мы с вами как-то выкрутились, но он все-таки успел вызвать своего деда быстрее. Ой, простите. И дед забомбил. Забомбил мою добрую долю войск, так скажем, да? Потому что еще вот эти вот, как их звать-то, служители тьмы, которые стояли сзади, его хиляли. Это было вообще, конечно, очень жестко. Но у нас на этой команде есть еще манна, поэтому я думаю, что стоит поиграть. Причем не забываем, что король 61 уровня, но он, несмотря на это, давал неплохих звездюлей. Попробуем, ребят, попробуем. Ничего страшного, как говорится, в этом нету. Наоборот, все у нас должно быть хорошо. Баллисту вызывать нет смысла первым. Нужно, чтобы вышел паладин. Я знаю, что он сейчас будет вызывать, да, вот эту вот летучую мышь свою противную. Но я здесь немножко не так сделал. Надо было, вот, смотрите. Сейчас, секунду. Вот, вот так вот надо было сделать. Почему, сейчас поймете, ребят. Вот. Теперь вот так вот делаем. Вот, хорошо. Дальше нужен еще, ребята, нам один паладин. И желательно вызывать еще одну баллисту. Почему? Потому что сейчас будет очень жестко. У меня даже король уже готов, ребят, вы посмотрите. Нужно, наверное, вызывать его. Да? А почему бы и нет? Я думаю, что да. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится. Так, а он вызвал своего, да? А ну-ка, помогаем. Да что ж ты, что ж ты делаешь-то? Вон этот служитель тьмы сзади стоит и помогает, и лечит. Да ладно, опять то же самое, что ли? Да ну, быть такого не может. Так, хорошо. Служитель тьмы упал. Давай, деда наказываем. Да что ж такое-то, не можем пробить, и все. Нормуль. Так, дальше двигаемся, ребята, дальше двигаемся. Помогаем. Хорошо пошло. Так, заморозка. Ха-ха. Слушайте, нам, по-моему, здесь все идет на руку. Нужен еще один. Еще одна баллиста, ребята. Давайте попробуем. Или же нет. Нет, вызову все-таки на всякий случай. Мало ли что-то пойдет опять не так. У нас 34 секунды, 32 уже. Сейчас должны пробомбить. Вот эти вот големы, они очень много времени у нас отнимают. На разборку. Но, тем не менее, у нас все, по-моему, хорошо. Я помогаю, ребят, своим ребятушкам. Вот так вот. И да. Вот теперь моя, как говорится, душа спокойна. Мы прошли. Идеально просто-напросто, ребят. Ну что же, переходим на карту захватчика. Но я, правда, не знаю, есть ли у нас кто-нибудь в наличии, кто бы мог здесь противостоять. По-моему, нет таких, да? Хотя, почему? Есть вот еще у нас, например, ребятушки, которые готовы нам помочь. Слушайте, здесь не хватает... Нет, нам здесь некро не нужна. У нас здесь стоял кто? Всадник на журавле. Поэтому будьте добры, верните нам нашего всадничка. Так, мы сейчас здесь, оп, заберем. Отлично. Так, всадник на журавле. Секунду. Хотя некро здесь тоже бы неплохо, я думаю, зашла бы. Так, возвращаем всадника. И вперед, ребята, вперед. Энергия еще есть, хоть маленько, но есть. Может быть, все-таки мы здесь с вами разрулим. Тут не забываем, что жаба с пушкой, которая тоже зловредная, злющая такая. Но, думаю, шансов не будет у нее. Так, кто там? Всадник с пушкой и ватрушка, да? Так, давай вот так вот сделаем. Для заправочки, для затравочки. Оу, да-да-да-да-да, здесь же, ребята, самый злейший враг. Это самый толстый, жирный танк, который здесь только есть. Да, это именно вот этот вот чувак с амулетом. А ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Ты посмотри, ему пофиг, зато мы его оглушили. Хе-хе-хе, мечник. Никуды... Ой, елки-палки, ты никудышка. Да что такое? А, это же жаба замораживает же, да, ребята? Она может замораживать. Так.
Ну-ну-ну-ну, пробиваем, пробиваем. Есть. Карточку отдай. И еще одного всадника я вызову. Ну, пробиваем базу. Да. Круто, ребят. Фух. Скажем, брат. Слушайте, а когда там уровень-то будет? Я не могу понять. У меня же там вроде половина была набита. Я уже столько играю. Оу, еще долго нам, ребята, до следующего уровня. Я-то думал, что вот-вот получим. Ага, дудки тут. Нам еще драться и драться здесь. Ладно. Не отступать и не сдаваться, как говорится, да, ребят? У нас здесь, кстати, последняя энергия. Есть ли смысл вот этих вот ставить? Или все-таки попробуем этими допройти? Или же вообще вот этими? Слушайте, а по идее можно и вот этими, знаете почему? Потому что здесь у него тоже жирные юниты. То есть колода не из дешевых. И я думаю, что 66-67, ребята, уже на 6 уровней, на 6 левлов противник нас сильнее. Куда мы с вами идем? Я даже боюсь представить. Просто боюсь представить. Ну сколько я уже боялся, и все время мы с вами проходим, проходим, проходим. И этому нет конца и края. Так, он сейчас вызовет своего здорового вот этого вот мощного танка. Поверьте мне. Нам нужно вызывать как можно быстрее баллисту. Нам здесь, может быть, он только поможет. Хотя я в этом, опять же, не совсем уверен. Но, тем не менее, надо пытаться. Надо пытаться, надо пробовать. Вот так. Ага. Давай, давай, этого тритона бомби. Тритона, главное, убить. Есть. Отлично. Нормуль. Вот теперь, ребята, у нас... Хотел сказать, все под контролем. Нет, еще не все у нас под контролем. Так, ураганчик, дайте мне сюда. Вот так, чтобы духу его здесь не было. Две баллисты, это уже хорошо, ребят. Когда они сейчас начнут стрелять в два смычка, шансов уже мало будет у врага на победу. И уже расстреливаем базенку. Ну-ну-ну-ну-ну, хорош, хорош, хорош выделываться. Баллиста чем хорош, что у него выстрел не одиночный, ребята. У него три стрелы, то есть три цели он может сразу поражать. То есть монстра, еще одного монстра и даже базу. Понимаете, да, к чему я? То есть одновременно наносить трем врагам урон. Это красота, это просто замечательно. Ребят, ну мы прошли с вами, прошли. Жаль, здесь энергии больше нет. А вот бородавщик мне здесь совсем не нужен. Вы знаете, да, у него есть способность, когда он появляется, бежать с разбега. Кто здесь может ему противостоять? Ох, давай попробуем вот этих вот, ребят. Жесть. Хотелось бы, конечно, сегодня пройти эту карту всю, чтобы перейти уже в следующий телепорт. Ну, не знаю, получится у нас или нет. Так, а что если мы будем с вами копить на деда? Ой, не-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 не, не надо, не надо, не надо. Бум, все-таки звезданул, а? А если вот так вот? О, жестко он бомбит, ребята. Он очень жестко бомбит. А ну-ка, заморозься. Так, хорошо. Вот так вот, снесли. Слушай-ка, как-то у нас тут замечательно так пошло все. Ну, ненадолго, я думаю, да? Воу! Давай, 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 оборотень. У тебя нормуль, дамаг. Ты должен здесь пробить всех. Да. Прожали мы все-таки, ребят. Прожали этих говнюков. И вот она, база рухнула у наших ног. А мне нравится. Мне нравится, как мы играем с вами. Несмотря на то, что враг очень сильный и крепкий, мы его разбираем. Я даже просто иной раз сам не верю, что мы можем что-то сделать. И все-таки делаем, как-то умудряемся проходить с вами. Ой, а вот здесь уже сложно, ребят. Здесь уже появляется хищнец, который любит прыгать. И нам нужно как-то так контролировать этот момент, чтобы не упустить этот прыжок его к нашей базе. Он будет его первым выпускать, поверьте мне. Вот он идет, мы готовы. Я выпускаю, отлично. У него очень большой дамаг, ребята, очень большой, поэтому не стоит об этом забывать. Вот он опять то же самое вытворяет, а? Так, 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 кто мне? Давай вот так вот сделаем. И вот так, та же самая школа. Та же самая школа и схема. Да чтоб тебя, ну-ка, попробуем вот так вот его. Опс, хорошо у нас тут получилось.
Так, тихонько. Блин, всех ложат. Всех ложат. Налево и направо. Оглушили. Отлично. Тритон, да уйди ты, ну чтоб тебя, а? Вот лезет он. Тихо, 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 тихо. Ты куда это? Хищнец, ты куда это там побежал, разогнался? Ну-ка, нечего здесь делать. Так, ну-ка попробуем. Слушай, как-то хреновенько у нас тут, ребят, если честно. Очень хреновенько. Да куда ж ты там опять разогнался-то, а? Хищнец ты. Упс, а кого я вызвал, он сейчас завалит. Какого хрена? Какого хрена? Как ты так умудрился, гад? Ах. Да, ребят, слились. Ну, слились не потому, что мы с вами проиграли или что, а в том смысле, что по нашей базе был нанесен урон. Не успел я, ребята, проконтролировать этого хищница. В принципе, это единственная, наверное, была угроза, про которую я прекрасно знал и боялся. Фух. И у нас энергии, да, нету, чтобы мы могли как-то отыграться, да? Ну да, эти ребята не годятся никуда пока еще. Так, ну что, у нас с вами есть хоть какие-то там деньжата, хоть маленечко-то, чтоб я мог хоть кого-то там прокачать. Сейчас посмотрим. 47 тысяч. Тогда, ребят, давайте вот этих вот своих партизанов немножечко качнем. В данном случае это Квоголовый и ведьма, да? Или лучше Джаггера. Слушайте, Джаггера тоже бы стоило. Хм. Ну, я, наверное, ведьму все-таки. Скоро мы будем ее с собой брать. Скоро, надеюсь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.